На Радыгинском полигоне провели осмотр. Для поиска очагов загрязнения Халактырского пляжа на место выехали специалисты инспекции экологического надзора. Радыгинский полигон, в отличие от Козельского, не содержит на своей территории захоронения ядохимикатов. Военнослужащие приезжают сюда на несколько дней и проводят учебные стрельбы. Поэтому визуальной проверки для оценки ситуации оказалось достаточно. Сотрудники экологического надзора края установили, что полигон находится в обычном состоянии. Больше каких-то здесь складских помещений, даже ГСМа, горюче-смазочного материала, здесь нет, потому что на сегодняшний день военнослужащие сюда только приезжают на день-два для проведения вот таких стрельб, а других каких-то ядовитых веществ, складских помещений для хранения этих ядов, химикатов или других веществ, которые являлись бы могли бы являться причиной заражения Халактырского пляжа, просто нет.